Роман, у тебя нет номера? Смотри, смотри. Ёбаный в рот! Ой, Серёж, какой ты умница! Ай-яй-яй, блядь. Стрим, блядь, сзади. Фу. Долбоёбины вы все. Да блять! Ёбаный в рот. Блять, сука, дебил ебаный, блять. Два раза снимали, два раза сюда положили. За которой надо было платить, когда из-за очередь дошла, она произнесла своим дребезжащим тонким голосочком. Прекрати, моим мальчиком Билла, это хороший, послушный маленький пес, и советую вам оставить его в покое, и не высовывать его на Билла всегда готова к бою, была немало не смущена тем, что калибранка состоится на рабочем месте. Бабища, ебать твои старые костыли нахуй! Нифига!
А как он так? На себе. Баба, блядь. Баба вон, ёпта. Опа. Твою ж. Назад. Это что было? Там же, смотри, система какая, вот надо штуку мог быть. Вау. Ой, господи, что интересно, хоть будет, смотри, живые остались. Лёг сюда. Ну вон сюда заедь, все. Ты заедь, а что? Да я заеду, давай. Он проедет? Надо уехать мне, он проедет. Главное, чего меня. Подожди, подожди, да аккуратно, что ты не задел. Блять! Ну ты мудак, что ли, блин? Ну! Дебил! Я люблю горы, настоящую природу, свежий воздух. Мне нравится горнолыжный спорт. Мы их забыли, ребят, блядь, ёбаный рот. Ох ты, ебать, уебал, нахуй, красава. И там того, блядь, дальше стоят. На хуесосе того на колени на фуре, блядь, ебаный. Я ж думал, пропускают, блядь. Ну да. А тут, блядь, полез нахуй.
сложно. То есть вот здесь, например, нам пишет наша слушательница Ольга, что она с 12 лет воспитывалась отцом, отсюда любовь к музыке, в основном старые, люблю горные лыжи. Ёбаный. И дальше Ольга продолжает. Будете смеяться, играю в футбол и в хоккей. Круто. Я на самом деле всегда... Дебил, блин. Красавец. Хорошо, что мы далеко стояли. Капец, бля. Ебаться в рот, блядь. Надо
раз часто езжу, я охотник. Ай, блядь! Твою мать, блядь. Вот это жопа. Раньше нужны были люди. Давали всем квартиры. Всем. Женя, у тебя квартира у родителей. Ну что, они ее за свои деньги купили? О, господи. Ехай быстрее. Сейчас. На парковку. Что там? Вася, что ты делаешь? Нахуй ты сюда, блядь, присесть? Давай. Твою мать, блядь. Куда нахуй? Только ищемся. Вы усиляетесь. Парк Стол. Житловый комплекс на Оболоне. Герой Стрельграда 2D. Телефон 44-360. До 4 градусов мороза пообещали синоптики на день сегодняшний. Облачность переменная, осадки маловероятные. Пробки в городе к этому часу составляют 4 балла из 10. Радио для двоих. Я требую, чтобы ГАИ вели знак. И дуракам на машины лепили. Берегитесь, люди, на дороге дурак. Мне ну так надоел. Я же сказала. В Сбербанке, что ли? Сука! Дебил!
О, бля, смотри, авария. Газель. Регистратор сняли. Просто на паузу. Ну, короче, нормально. В ней нашей поместье всего понемногу. Ну, блин, я бы вот зону не взял. Вот погулять, да, конечно, пойти. Ты что это делаешь? Блядь. Больной, что ли? Совсем псих? Он уехал. Ну а что, я записал 4 месяца. Столкнулись, нет?
сейчас начал собирать все вещи, нашел вот у нас где-то. А, и я тебе чё? Да ёп! Блять, нахуй, второй раз этот бунт уже, блядь. Тьфу, ёбана в рот, блядь. В ночном дозоре за последние годы он меня тем более, но у входа в госпитальный комплекс я, как положено, остановился в соответствии с какими-то своими представлениями о подобающей форме для охранника. Аркадий был в строгом синем костюме, что в принципе логично, но при этом еще и встал из сейчас и весь февраль время скидок до 20%.